Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Значит, поедем на карте. Название карты не скажу, автора не скажу. Попробуйте, угадайте, напишите. Так, поедем мы на Скании, на очередной моей доработочке. Автор мода, опять же, сейчас, ребята, просто не упомню, кто. Карта обалденная. Короче, поедем. Куда-нибудь поедем. Да, повернулся. Вот так вот. Все у нас. Поехали. Так, идем с собой. 1000 ремонта. Ну, намудрил я немножко тут. Фура будет у нас. 2 очка гаража. Для небольшого проекта, скажем так. Я 2. Подвесочка, ребята, на машинке и на прицепчике изменена. Настройки мотора. Все поменено. Машина едет так, как надо. Настоящая фура, ребята. Почти Евротрак для любителей дальнобоя. Автор карты, если карту свою узнает, отпишись обязательно. Есть к тебе предложение. Карта, в принципе, обалденная, как бы полностью я ее не выкатывал бы. Скажем так, катаем потихоньку. Машинку испытываем. Да, видите, сейчас подвесочку покажу. На прицепчике она была вообще никакая, да? Как бы пусто все. Сейчас все прицепы работают адекватно на машине.
по асфальту не угадаешь, как показать. Ой-ой-ой. Пошли колесики гулять. До этого тут все было деревянное, прицеп вообще шапки, валки, падала машина вместе с этим прицепом. Упирался прицеп, не ехал. Автор, кто вот, ребята, тоже машинку с Евротрака перепихнул, спинку. Тоже отпишитесь, кто снимал видео, если автор увидит. Большая просьба отписаться, тоже есть, есть предложение, скажем так, и вопросики большие. Так, машинка, в принципе, ну, перенастроечки, конечно, как-то аппарат хороший, особенно когда переделываешь его, вообще обалденно. Ух ты, я сейчас не спану, ой-ой-ой-ой. Сейчас отбойник поймаю. Отбойник нам не нужен. Кстати, вот тоже сделан, ребята, бордюрный камень. Смотрите, вот машина наезжает, отскакивает с бордюрного камня. Она наехала, перескочила тут. Не сильно высоко. Оп. Видите? Карта сделана вообще на ура просто. Видите, упирается прям по лицу. Вот бордюрный камень. Перескочил. О, видите, упирается. Ай-яй-яй-яй. Ну, приехали куда-то. Как ходит-то тут у нас строение, поселок неизвестный. Ух, видите, от отбойника как отбивает машину. И скакит, опа, 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 да? Думаю, в ближайшее время машинку будем тут доделывать, еще покатаем с ребятами, запишем обзорчик сетевой, мультики. Опять, видите, катаю время, 5:00 утра, не с кем, все спят, как обычно. Предыдущими настройками в этот поворот вообще просто фура с любым прицепом ложилась на такой скорости. Поэтому все это вообще, конечно. Ох, я этот бордюрный камень точно отсыпану и развернет на такой скорости. Опа, видите, бьет, сейчас диски все погнал на машине колесные. Вот сейчас не войду в поворот, не войду, не войду, не пошел. Неудобно ехать задом наперед, камеру держать.
не улететь мы тут сейчас в откос. Вот этот. Идем на подъем, ребята. Скания рулит. Нету никого, вот стрички никакой. Интересно. Прям даже не знаю, ребята, что и сказать. По-моему, я поехал не туда. Тут, по-моему, гаража-то и нет. Тут у нас такая точка погрузки или шоковал. Так оно и есть. О-о. Акелла промахнулся. Зря проехали. Ну ладно, давайте нас тут поперли. Ух, как она пошла в разнос. Дальше походу, да? Можно еще пока так поснимать. Кабинка, видите, все гуляет. Поднастроил я ее. Тут было такое ощущение, что она отвалится на малейших качениях. Вот он поворот туда. Поворот не туда называется. Подземный камень, все подземный сделан. Сейчас мы теперь раскачку ударим. Видите, с кабиной, конечно, еще немного камера передвинется. Чтобы все было так пучком, как говорится. Люблю, когда... Никуда. На, парень. Крепко. За баранку держись, шофер, бля, кому-то. Как это? Держи гараж, а не переехал. Сейчас вот, ребята, до гаража долетим. Мои доработочки вот сейчас я по-новому начинаю переделывать там где-то по подвеске, синхронизации, мотором, звуком. Все будет, ребята, в разделе товаров в моей группе, да? В группе Spintire Driver 50 Avinrus. Ссылочка будет на группу под видео на канале. Все доработочки будут в разделе товары, там написано цена 1 рубль, но просто там моды, как бы видите, не выложить без цены, поэтому
приходится ставить минимальное значение стоимости, но все это бесплатно. То есть заходите прямо на список товаров, на мод нажимаете, будет ссылочка на скачивание, ссылочка на видео этого мода. То есть можете посмотреть видео, определиться, надо ли вам это, не надо. Вот. И вот, определившись, нажимаете, будет ссылочка шары мод, там скачаете, скорость большая. То есть моментально что-то скачается. Моды, которые будут бесплатно, будут ценником рубль. Моды доработки, если какие-то появятся, либо приватные, возможно, с кем-то будет договорен это все, значит, от авторов, может быть, кто-то надумает платный мод выложить для рекламы. Значит, будет тогда стоимость стоять и карты, например, и приватного мода, приватной карты, будет ценник один, а бесплатные моды все будут стоять с ценником 1 рубль минималку, просто для указания, чисто формальность. Где же тут гараж, интересно, ну это на мост, нам как-то заехать надо до гаража. Карту показывать не буду специально, попробуйте, угадайте, как говорится. Ну, карта будет, ребята, действительно для вот таких машин. То есть карта и, возможно, пак данных автомобилей будет собираться под карту. Так, раз там был мост наверху, надо как-то нам переехать на ту сторону, наверное, я так понимаю. Если рассуждать логически, раз там прямо было на лесоповал, значит нам надо куда-то, наверное, налево или направо. Естественно, на моде будет установлена синхронизация света. Сейчас пока тут можно сказать, что ее нету, будет автоматическое отключение. Так, это ж я сюда заезжал с того гаража. Это где-то я пропустил. Что-то где-то пропустил. Ну, скачу, конечно, на фуре тут не нажмешь никуда тут. Где ж я промахнулся? Карту специально вот, ребят, смотреть не буду. Кто угадает, пишите. Пишите в личку. Так, вот она. По дорогам. Гараж. А где же поворот? Куда который? Поворот, да. Это я его протабанил. Навигатор не сработал вовремя. Ой-ой-ой. Навигатор вовремя не сработал, ребята, и что-то я промахнул сейчас. Я уже еду в гараж, с которого приехал. Где-то должна быть какая-то еще другая дорога. Возможно, ребята, как бы аналогичная карта будет другая. Создано под данный вариант автомобиля. Будем смотреть, определяться, пока потихонечку. Лично я пилю машину. Будем с Павлом, злым словом, будем тут покатывать, пробовать, тестить, что-то исправлять по машинам. Так, вот я выезжал оттуда, да, вот дорога пошла куда-то налево. Ну, давайте уже погоняем, уже раз начали писать обзор, давайте покатаем. Тут куда-то другая дорога. Ой-ой-ой-ой,
Фура куда-то чуть в кювет не ушла. Возможно, еще, ребята, будем работать. Оп, во, пилорама. Вторая пилорама. Гар, ну-ка. Вот где надо пилораму было делать. Заезжаешь сюда. И пилорама. Чик. Разгрузился. Подпил, кстати. Хорошая мусора, ребята, подкидываю. Надо было не говорить. Сорян. Если со звуком, ребята, не могу тут никак поймать настройки микрофона и звук в игре, вроде там глушу, усиление микрофона побольше поставил, не знаю, будет толк, не будет. Предыдущий обзор писал, там еле слышно даже, да непонятно, что я там говорю. Так, а там это был гараж, наверное. Поехали сюда. Карта большая, скажем так. Так, сюда, и тут еще давайте, ну-ка, а это куда? Какой-то загашник тут непонятный. Куда она выйдет, эта тропа капуцинов? Тоже под какой-то мост, но это уже другой мост. Странно. Как-то странно, ребята. Куда мы едем, уже темнеет. Жить не дело к ночи. Мы, в общем, найдем тут где-то гараж или нет. Сейчас вот еще нормально как бы снимать. Я один снимаю, никого нет, на встречку никто не вылетит. Вот так, при такой съемке можно кого-нибудь и в лобовую поймать. Вообще не помню, куда тут надо рулить. Сильно в карту не вникал, карта свежак. Опять такой напал. Ой. Я хоть никуда же не могу не ехал, по-моему. Вот это я меня терну. Да не, вроде такой горку не поднимал. Ну, ты сейчас пойдешь, гарри. Главное, чтоб на. Вот на тормозах не сложило, конечно.
свет еще, ребята, тоже ничего не регулировал, вообще не трогал, поэтому видите, так как-то ярко слишком, так слишком тускло. Сзади вообще нахуй не работает свет, только стоп-то. Вот-то приехали. Какие-то ворота. Аромат, да ёшкин кот, а. Да и блин, батон. Три пилорамы и идти, что надо. Блин, хорошо хоть бак большой. Так, там мы резко в поворот выходили, значит надо будет где-то разворачиваться. Забыл вам, ребята, показать штукенцию, установил сейчас вот среда. Там многие, может быть, уже давным-давно знают, как установить. Я тут только докопался до нее. Смотрите, какая переключалка. Наводишь, загораются глаза, видите? Оп. Перепутка, так говорит, новая коробка передач у нас. Забыл обратить на это внимание. Сниму обязательно видео. Кому интересна такая штука, можете в личку отписаться. Потому что комменты у меня в группе закрыты. И ВКонтакте в личку напишите. Сделаю видео по поводу установки данного рычага передач. Потому что многие как бы не знают даже как моды ставить, поэтому в принципе я думаю это нужная вещь, как установить. Выскакивает там какая-то ошибочка небольшая, но в принципе я говорю сегодня пробовал мультиплеер и играл. Ошибочка выскакивает, нажимаешь ОК, игра запускается, все работает, мультик пашет, как бы, а больше нам, как говорится, ничего и не надо. Ну вот это такой вариант тоже, я думаю, по катушке будет многим интересен. К тому же, если машинка будет отлично работать по мотору, по подвесочке. Какой-то мостик там багует, прыгает с курочками. Ну ладно, не критично, как бы и так хорошо, как на это можно в принципе глаза закрыть. Зато какой бордюрный камень тут, бордюрчик вообще изумительный, машину пинает, только свист стоит. Поэтому я считаю, что это ладно. Автор и так очень сильно постарался. Молодец, карта вообще изумительная. Лично меня вообще просто... Еще один мост под мост. Меня так лично прибило просто. Как бы мы сами хотели тут замутить что-то подобное. Так как обычно, ничего не собираешься замутить, кто ничего не замутит. Кто не успел, тот опоздал, называется. Ох, куда поехали мы. Ай, фура пошла. Надо газу вытаскивать. О, все, наверное. Так, стоп. Вот где-то надо было нам... Тут мы уходили направо, поехали сюда, проедем. Вот, неужели тут на пилораму? Если тут на пилораму, я вообще обалдею.
Пилорам очень много, сразу скажу. То есть, чем тут заняться, всем будет тут работы хватать. Вау! О, там... Тихо. Поймали. Опять, вот видите, тоже багует там. Кусочек небольшой. Небольшой кусочек. Ну, видимо, там беда какая-то, может, с модельки, блин. Полетите. Опять не мосты. Одежи реки. Горы и моря. Подписывайтесь, друзья, на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Буду очень рад. Скоро, возможно, начнем писать опять стримы на Твиче. Сейчас просто как-то времени нет, у меня тут миллион проблем. Переезд, еще раз повторюсь, переезжаю, поэтому тут все. Работы много, короче, вот. Так что до модов, как бы так, руки, вы видите, как пинается бордюрный камень. Я думаю, у меня в форме тут надо разъезжаться аккуратно. Еще если вода, может кто-то уйти. Плавание подводное. А вы представьте, друзья, еще у меня есть одна идея. Ну ладно, уже не буду говорить дальше, что, почему и почему. Так что все, ребята, мониторьте. Многое видео, кстати, еще раз повторюсь, многое видео с канала в группу не попадает. Мониторьте, пожалуйста, кому интересно что-то. И все доработочки, которые там дорабатываются, видео постоянно снимается. Мониторьте на канале самостоятельно. Нет у меня, ребята, времени выкладывать видео в группу. Вот реально, прошу прощения, конечно, у всех. Ну, нет. Очень много дел. Очень-очень много дел. Так что должны понимать самостоятельно, ребята, мониторьте, заходите, интересуйтесь, что есть, чего нет, что было, что будет. Вот. Естественно, еще раз повторюсь, у кого есть возможность, буду очень рад в оказании помощи. Потому что улетел тут на жестяк процессор и видеокарту. Сейчас, скажем так, взял погонять. Что-то у меня как-то умерло, все не вовремя наплынуло куча проблем. Это видно, какая-то черная полоса. Ой, все. Все, пипец. Черное положение, как заговорил, как там. Какая-то черная полоса просто какая-то вывернулась. Поэтому все навалилось и некогда практически ковыряться и заниматься. И еще ком полетел тут. Друзья, кто чем мог, тем помог, дали там погонять. Надо просто светюшку и жестяк восстанавливать, приобретать. Если есть возможность, под видео на канале или в группе там есть реквизит, можете запульнуть, кто чем может. Как говорится, с миру по нити, глядишь, что-то и соберется. У меня тоже сейчас
или с переездами и ремонтами, как бы, можно сказать, что возможности большой нет. Так что, кто может, помогите, не откажусь. Большое спасибо за понимание, если что. Не обессудьте. Тут посчитайте, что как бы сидит и клянчит деньги. Я считаю, что в принципе за то время, которое я провел на доработке модов, там, оказывая многим помощь, думаю, ради благодарности можно как-то что-то и пользоваться, по сути. Ну, это как бы лишние проблемы каждого, поэтому не навязываю. Есть возможность помогите, нет, так нет. Не прошу сильно меня такие вещи разыграть и. Но я считаю, любой мододел, любой доработчик, любой, кто держит канал, группу, вкладывает свои усилия, я думаю, что как-то надо помогать людям. Так что еще раз повторюсь, всем, кто поможет, огромная благодарность, спасибо. Походу мы опять в город не приехали, приехали ребята на очередную пилораму. Да где ж тут гараж? Четыре пилорамы. Ребята, тут пилорам, вот, по-моему, там одна была, три, четыре. Что же будет дальше интересно? Оп, они там конец карты. Я точно, наверное, можно, наверное, все 850 литров тут выкатать. И ничего так и не найти. Куда же ехать? Где гараж? Неужели он тут один? Вот представьте, он тут один. Так, ребята, все, сейчас. Ну-ка, делаю я привал. Сейчас тормозну на паузу. Посмотрю карту. Как обещал, показывать не буду. Так, сейчас, секундочку. Ну что, друзья, вам могу сказать. Гаража тут нет второго. Так что, что я тут катаюсь, я сам не знаю. Значит, на локации 14 пилорам. То есть работы выше крыши тут. Ну, вот если автор как бы знает свою карту, да, просьба большая отписаться. Есть кое-какие мысли и соображения. Сам попробую по возможности выйти на автора. Кое-какие там задумки, мыслишки есть. Так что если автор увидит, узнает, пожалуйста, отпишись. Ну, я по возможности тоже сам постараюсь найти автора. Пообщаться, скажем так. Ну, давайте уже сейчас до куда-нибудь доедем. 5 утра сейчас вот светает. Куда-нибудь сейчас тут еще зарубим. Раз уж все равно катаемся. Ну, сейчас не уйти, е-мое. Да, дорожка так вообще на ура просто сделана. Вот этот бордюрный камушек боковой. Ай, стой, 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 зараза, стой. Оп. Видите, как тут все. Не все тут просто так, скажем. Особенно если тут будет кататься 4 человека. Я думаю, вообще будет веселуха. ДТП неизбежно, наверное, где-то. Потому что 14 пилорам, это надо еще умудриться укатать их все. Ну, а тут на фуре-то, естественно, тут не скачунешь. Никак. На каком-нибудь кразе спортивной машинке можно было мануть во враг. А на таком уже все никак.
Ну, видите, солнце, когда встает машина, под это рыжая, становится кабина как красная. Что-то камеревончик. Что-то от света, а чем попал так. Мне больше понравился. Впереди этот поворот, что мне так спустили поворот. Ой, поворот, е-мое. Что-то я сложила. Не до конца, правда, но уже начало. Красотища, блин. Ух, ох, бордюрный камень опять поймал. Точно вот. В жизни, наверное, все бы колеса порвал бы, наверное. Поразорвал там диски, все пораскрепал. Вон, что-то валяется. Ой, все, нет, не все. Смотрите, на скорости так вылетело в дороге. Опять бордюрный камень. Смотрите, как потом. Не дает ехать-то. Вообще отлично сделана такая задумка. Задумка замечательная. Я, кстати, многие авторы стали что-то новое мутить. С картами. Различные функционалы. Естественно, делать. Короче, потихонечку разнообразить тут обычную перевозку бревен. Поэтому я считаю, что молодцы ребята, что за счет таких ребят, вот мододелов, опять же картоделов, энтузиастов, которые убивают свое личное время, забирая там ее от. Время это от семьи, от своих дел, тратит время на это, на все. И ой-ой-ой, короче, оп как, даже так мы можем. Так. Поэтому, ребята, помогать надо таким. Оп, куда полетел? Ага, это я его проезжал. Так, ну гараж был, по-моему, прямо, да, еще вот осталось направо там дорога. Ну давайте уже не поедем, доедем до гаража. Гараж вот заправочка. Точно мы уже уезжали, заправлялись. Да, можно сказать, видите, сколько уже гоняем. Солярки сожрали 200. Там 225 литров, чуть больше. Что это автомобиль, в принципе, так, гараж где? Вот я выпал. Так, вот и я могу опять запутаться. Сейчас, секунду. Все правильно. Мчим куда-куда надо. Автомобиль на полном приводе у нас, то есть. Потенциал. Видите, кто скачивал данный мод, да? Данный мод есть в свободном доступе. Ребята, видите разницу, как вот я на машине этой гоняю. Попробуйте вот на скачанном моде просто прокатиться. Автор, конечно, молодец, что он ее допилил, но настройки он вообще никак не попал. Поэтому. Поэтому, ребята. Я люблю кататься на своих модах. Ну или на модах доработчиков или хороших авторов мододелов. То есть как-то так. Вс,
Все вообще отлично. Вот со всеми прицепами машина падала, вообще была деревянная, жопа прыгала. Давайте попробуем, прокатимся без прицепа. Просто фигачем, короче. Как вы немножко поняли, там, да, настроечки-то какие-то все такие существуют. Все, машинка, все спокойно идет. Видите, как ведет себя автомобиль. Попробуйте на изначальном моде так прокатиться. Почувствуйте разницу, как говорится. То есть машина управляется, прет, 12 скоростей. Все отлично. Настоящая фурга получается. Потихоньку. Машина приобретает свой настоящий облик. Все, подвесочка. Моделька, да, действительно, реально хорошая. Есть еще другая Скаде, конечно. Но та Скаде, ребята, прибатим. Я так понимаю, что мы, наверное, автор того конверта из ГТС-а, наверное, Рони. Роман Санчак. По-моему, возможно, мне так кажется. Ребята, сильно меня не слушайте, могу и что-нибудь сказать не то. Могу и ошибаться, как говорится, все люди ошибаются. Ну, что-то у меня такие мысли, что все-таки откуда все это. Так. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, мониторьте на канале, в группе автора карты. Большая просьба связаться со мной, если я сам не смогу найти или не получится мне как-то так, да? Естественно, автора данного мода, который тут находится в привате, который я дорабатываю, тоже по возможности. Ребята, свяжитесь. Есть небольшие как бы вопросики, предложения. Поэтому по возможности будьте любезны, пожалуйста, отпишитесь. Дорогие подписчики на канале и группе, пожалуйста, смотрите видео, ставьте лайки, подпишитесь на канал, зовите друзей, скачивайте игру. Моды и путь, как говорится. Всем счастливой дороги и удачных покатушек. Всем удачи и пока. До скорых встреч.